Итак, ребятки, в общем-то, давайте мы продолжим, наверное, зубодробилку вот здесь. Мы начали, первый бой был в прошлой серии, кто хочет посмотреть, посмотрите, он был более сложный, чем тот, что будет. И у нас вот есть такая штука, но лучше посмотреть на это вот так. Шикарно! Участвуйте в особом событии в честь фильма «Мир юрского периода». Ужасающий Индоминус Рекс и его прислуги Рапторы. Ха-ха! Ну, по крайней мере, какую-то часть фильма они ему прислуживали. Так что давайте пойдем разминать косточки. Так. Опачки, освободился, это приятно. Так, ну, можно взять... Этот пойдет на мясо. Хотя не знаю, почему я тут так сильно как-то трясусь за это дело. У меня же есть много крепких ребят. Ну, почему бы и не пойти? Блин, а горгозавр меня-то валит за два удара. Ха-ха-ха. Неприкольно совсем. Он еще и бал, небось, один приберег. Так, ну все, дальше нам держаться, нету сил. Он сейчас меня на 4, хотя, блин, обидно будет на 2. Не, на 4, слава яйцам. 41 тысяченочка урона. Ну сейчас эрглифозавр его порвет, как тузик тряпку. И его защищать не будем, там на цыпленочка все оставим, да? На церозинозаврика. У него такой рот, как цыпленок. Мы его называем цыпленочком. Атака на 3. А у него балл остался, да? Ну, я его тоже за 3, точнее за 4 пробью. Но он крепкий, гад. А, я его за 3 пробиваю. 4, вот раз, 2. Блин, если у него будет 5, то мне будет печально. Да, вот он как раз гаденыш, что я перенес. Он сейчас попытается, я думаю, меня пробить. Блин, ну да, печально. Он меня почти пробивает. 3 косаря, удар. Ну, должен атаковать. Рядышком. Ха-ха. Но мы это предугадали. Ам-нам-нам. Так, ладно, не будем задерживаться. У нас еще битвы с Индоминусом. Там 2 no KO. Но это еще как быстро мы справимся вот с этим боем. Здесь может быть жесть. Но жести вроде как нет. Так, вот я думаю, кого взять. Можно взять Горгозуха. Так, Горгозуха, но он, блин, он не продержится вообще никак. Ну а если взять птичку? Птичка, ну что может сделать эта птичка? Блин, он, да, вот Сигнозуха нельзя взять, то есть он как бы вообще без вариантов. Ну, не знаю, вот как-то так попробовать. Ну, он реально за 2 удара пробивает. Картина похожая на прошлый бой. Но 2 по 1 он должен выдержать. Он тоже меня боится. Ой, вот это плохо, ребята. Это было плохо. Он баллов поднакопил, гаденыш. Давай, не подведи. На 4, на 4, на 4. Молодец. А то если может протаковать на так просто. Незначай на 2. И это было бы больно. Раз, два, три, четыре.
Ну, Горгазуха можно было попытаться. Блин, надо было защищать, хотя вот этот парнишка нас и так не пробьет, наверное, на 4. Но он, думаю, не будет пытаться на 4 атаковать. На 3 точно не пробил. Вот, а мы сейчас его так неплохо можем покусать. Ну, особо атаковать Горгазухом смысла тоже нет, потому что у Индораптора сила удара помощнее будет. Лучше баллы туда приберечь. Вот у него 5, может проатаковать на все 5. На 2. Снова не удел. У него осталось 3 балла. Раз, два, три. Блин, не помню, сколько у него осталось. Я бы один в защиту поставил. Ну, давайте, один. У него 2 или 3 оставалось балла? 3 оставалось, все правильно тогда сделал. 6 ударов. Ну давай на все 5. Блин, почему на 3? Так нечестно. На 3 из 6. У него есть 3 балла, но нам пофигу, у нас 8, а это значит победа. Сколько мы сможем едонов пробить? 2, 3. 18 тысяч. Если будет больше 50, то это 3. Да, больше 3 пробили мы. Так, и вот, собственно говоря, псевдодермочка. Ну, это супер редкая, потому как бы не шибко, думаю, вам интересно, но я все-таки покажу, правда ведь? Почему бы и не показать, если можно показать. Так, вот. А, это протостега. Ну, тоже посмотрите, тоже она супер редкая. 880 на 226. А вот псевдодерма. Помощнее будет, но слабый удар. Жизни много, удар вообще ни о чем. Так, ну а мы мчимся дальше. Вот оно. Сразитесь один на один в этом событии, получите набор. На что значит один на один? Здесь no KO, то есть нельзя проигрывать. Ну давайте. По-быстрому тут срубим баблам, награду точнее. Тут нельзя проигрывать. То есть если вы теряете хотя бы одно существо, вы автоматически проигрываете. Так, посмотрим, что там будет у нас на следующий бой. Может, что-то поинтереснее подберем. Да и так, с перепугу выбрал таких крепких амфибий. Так, и дальше у нас Индоминус против Юдона. Ха-ха-ха. А, тут можно было моды брать. Можно было с модами сражаться. Ну, ладно, давайте так порешаем. Ну а черт, я его уже могу съесть. Ладно, давайте подождем. Дадим шанс Индоминусу. Ну да, это у нас блок такая а-ля команда. Я на следующий ход буду атаковать, если он меня не проатакует. Давай, Индоминус, твой последний единственный шанс меня поцарапать. Ладно, давайте еще дадим ему шанс. Может даже выиграет. По случайности. Давай, 5, у тебя целых 5, я даю тебе шанс. В атаку. На 3. Ну вот так. А теперь моя очередь. Гибрид против гибрида, да? Как говорится, невидимость не зарешала. О, ну набор прикольный. За него только раптора дали, могли бы индоминуса дать. Не знаю, почему люди такие реально, ну, жлобы. Ёлки-палки, они такие бешеные деньги берут. Вот это просто...
100 баксов практически за набор, за вот этот набор практически 100 баксов за одно там виповское существо. Это же жесть. 100 баксов, да игры не стоят 100 баксов, блин, ну таких игр, точнее по пальцам пересчитать, которые стоят такие деньги. А тут за одного несчастного динозавра, это полный бред. Так. Так, а что нам там за монетки просят? Ну, и это тоже продаем. Ну, а тут придется подождать. На этом, ребятки, все. Всем пока.